Представляю участников поединка. Боец с красным поясом, Челышев Даниил, ЦФО Московская область, второй разряд. Боец с синим поясом, Гиреев Мансур, СТФО Чеченская Республика, первый разряд. За ними готовятся Попеска Леонид, СКФО Ставропольский край, Кириченко Максим, ПФО Оренбургская область. Хорошо, Дань, молодец. Обоюдно. Обоюдный обмен. Замечание красный выход с ковра. Давай, Данька, давай, Данька, давай, давай. Красным поясом, один балбач с синим поясом. Хорошо, Даня, хорошо! Один балбач с красным поясом. Удар в защиту. Ой, умничка, Данька, какой молодец. Обоюдно. Один балбач с красным поясом. Обоюдно. Один балбач с красным поясом, активность синий. Один балбач с синим поясом, удар в блок. Удар в блок. Даня, держи, держи счет, Дань. Один балбач с синим поясом. Даня, у тебя постоянно так. Дань, 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 дань. Сколько? Бал синий. Удар в защиту. Обоюдно. В этом напряженном поединке победу одержал боец синим поясом Гиреев и вышел в полуфинал.